Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Кис, Миуга-Буга, Кейстарс, Крошка, Окрошка, Сильвер, Поплавский, Сошунок, Блеймарк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Всем понравилась рубрика «Смогут ли гномики разрушить нашу крепость?» Смотрите, и добавили теперь еще нового гномика. Он более жестче и раскидывает приветы просто на десятки метров вокруг себя. Если Петьку, пожелайте приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так как у нас новые гномики, я и подготовил новые постройки. Сейчас будет дом Гусанька. Смотрите, какой у него классный домик. Вам нравится? А как попасть как в него? Богато живет. Открывай! Ладно. Странная эта работа. А как ты поднимаешься между этажами? А он летает. Это очень странный у тебя дом. Халупа пойдет. Поехал, давайте с одного. Хочу сразу попросить, чтобы вы подписались на мой канал. Давайте в этом году добьем на канале Димас ТВ, то есть на моем 2 миллиона подписчиков. Всем спасибо, кто это сделает. Ого, я же сказал, что он жестче. Я говорил вам, пацаны. Хана дому. Он за 5 секунд его развалил. Максим! Блин. Максим! Да я поддался. Моя школа. Так, кто же из нас выиграет? Кейстарс или я? А там Сильвер еще. А, Сильвер еще есть? На тебе. Вижу. Сильвер, пока. Блин, Сильвер победил. У тебя одно очко теперь есть. А, получается два. Ладно. Ладно, одно, пошутил. Вот дом Максима. Кто у тебя в воздухе висит? А что у тебя такой дом скромный? Это лабиринт. А где ты спишь? Такой дом? Иногда здесь вот сплю. Иногда там. Понял. Так, еще раз новенького поставим. Мне кажется, он прям очень жесткий. Ой, мой дом. Один улетел сразу в фламинго. Фламинго? Фламинго. Ой, балкон сломал. Ой, сальтуху закрутил, Максим. Блин. Не летайте надо мной, они меня будут убивать. Я попробую перепрыгнуть. Давай. А, споткнулся. Блин, там какая-то штука. Ладно, я не хочу перепрыгивать. Чё, смотри, как я могу. Голова? Давай, на тот мостик к огурцу. Так, мы опять с огурцом остались? Так кто? Да что ж такое? Кто это? Кейстарс. Кейстарс два раза уже выиграл. Не я. А я специально не так. Этот намного жестче, вы понимаете? Это какой-то вообще читерский. Что за ракетная постройка? Давайте мы ее посмотрим. Вот. У тебя из хрусталя? Да, я вообще богатый. Хрустальный дом. Вот у кого зарплата хорошая. Блин, и как тут выживать? Я не знаю, давайте мы двери удалим для начала. Мы же все тут проиграем. Не все, только ты. А подожди, тут как будто стен нету, но они есть. Хорошо, я сейчас поставлю подальше, чтобы забежать. Ставлю далеко, чтобы успеть забежать вовнутрь. Во. Идет. А что оно ломается как дерево? Это что, материал такой наложенный просто? Наверное. А, я живой. Иди. Я тоже. Я тоже. Он еще так прикольно ржет. Ну да. Прикольно. Сами уйти. Пацаны, прощайте. Как Дед Мороз какой-то, Санта-Клаус ржет. Ой-ой-ой! Я ж дернулся. Нет, пожалуйста, мне не надо! Меня не надо! Опа, интересно, кто же выживет из пацанов? Давайте посмотрим. Нет! А, Максим, я был последним. Максим последний. Вроде некий Старс был, пацаны. Вот сейчас будет самая лучшая постройка, которую вы могли видеть в Гаррис моде. Давай. Обещаешь? О! Моя хата! Давайте на ней повыживать, реально для прикола. А что наша та? Так подождите, мы уже стоим, она шатается. Может, не надо никого ставить? Нормально. Я тут живу и нормально. Так, ставим более старого гномика. Ой-ой-ой. Вот это была подача. Вот дом Кейстарса. Ого, у него дом лучше, чем у меня. Ну так, смирись, у него зарплата выше. Ты же сам сказал, какая зарплата, такой и дом. Вот его компьютер, видите? Вот тут у него стиралка. А это что у тебя за технологии здесь такие? А, ты диджей? Да. Я понял. А стиралка у тебя такая, я вижу, профессиональная. Теперь поставим гномика среднего класса. Это и старый, и не новый. Ух ты! Понятно все. Он уже дебоширит.
Прощайте, пацаны. Ой, стиралку там заберите после записи. О, это ж все в аренду берется. Блин, это жесть, что творится, она скидывает весь дом. А! Ё-моё, ты специально проиграл. Нет! Все, я выиграл. Подожди, я на стиралке еще. Он еще на стиралке стоит, кстати, да. А, ну все. Иди трусы вонючие свои стирай. Вот дом Угай-Буги. Угай-Буги. Нифига себе, у тебя золотой конь, который сыт. Нормально у тебя получается, что? Мочевой фонтан из мочи? Что? Конячий. Так, давайте посмотрим, что у него тут в доме есть. Ого, у тебя прям жирная халупа. Это как... Моя корпорация. Монстров. У тебя тут майнинг фермы стоят. Нифига себе, у тебя тут прям офис. Он очень богатый. Фермы стоят. Да, богатый. Ты элитный человек, я вижу. Так как у нас очень большое здание, поставим самого нового и самого мощного. Пацаны, прощайте, если будут лагать, я не виноват. Ого, он растерзает, там твой сейчас конь полетит. Ой. Я сказал, что будет лагать, пацаны, я не виноват, оно само. Это слайд-шоу, все нормально. Сейчас пролагает. Ждите, сейчас будет лагать еще сильнее. Блин. Уже страшно, у меня вообще жесть. У меня 1 FPS. У меня 59. Ждем, сейчас он разломает дом и все будет хорошо. Да блин, мой конь. Я знаю, что пролагало, надо еще добавить. Еще хуже. Спасибо. Не, у меня не лагает. А у меня лагает жесть. Ну ничего, это ж Гаррис Мод. Ё-моё. Проходит. Ой. Их очень много. Пацаны, прощайте. Живу. Ой. Я живу еще. Ой, там сундуки летят чьи-то. Так, бейте Диму. Помойте Диму. Падай. Все, ляща поймал, красиво. Блин, ты был последним, Дима. Я победила. Да. Ой, победил. Вот дом сосунка. Хороший домик у тебя? Печка есть даже, он спит на ней. Он в деревне, деревенский дом, он в деревне живет. Только, пацаны, придется выживать на крыше. Как в реале прям. Блин, здесь... А чё? Крыша прикольная, Санек спрятаться может. Кстати, реально. Оп, все, меня нет. Так, ставим самого слабого, так как домик небольшой. Ого, крыша дё! Все, меня крыша придавила. Это жесть. Курец выжил. Ну понятно. А он использует читерскую тактику, он садится постоянно, поэтому он и выживает. Я хотел сесть туда. Вот дом плеймаркета. О, лопата, велосипед. Ну то есть сразу видно, мусорка. Ну то есть все красиво сделано, да, по феншую. О, будка для меня. Блин, это больше похоже на курятник. Дима, смотри, я в будке. А где тут? А, точно. Тут Балтик. Открой. Так, пацаны, залетайте, будем выживать. Максим хочет сесть, я вижу. Ну, не получается. Ой, все... Главное, что у меня получается ставить гномика. Пацаны, да я не хотел на самом деле. Так, ладно, хотел. Я его поставил. Прощай, гусанёк, прощай. Ты был хорошим человеком. На тебе. А, Дима, походи, Дима запобедил. Наконец-то выиграю. А, нет, еще ж Кейстарс, он лучше выигрывал, чем я. Ну, у тебя 2 очка. Вот дом Сильвера. О, аптека, ой. Да, больница. Аптека. О, я в очередь занимаю, я первый. Так, прием к врачу, я врач. Мне только спросить. Бахилы брать будете? О, граната. Да ладно, я пошутил. Ой, она уже начала ломаться, мы еще гномика не... Ого, она горит. Ладно, надо быстрее гномика вставить, пока она сама не разрушила себя. Быстрее, гномик, помогай. Давай. Самый зад. Идите в заднюю, в зад части карты. Что здесь кастрюля делает? Ой. Зря вы туда пошли, зря. Ай, ого, вот это улупило. Так, смотрим, кто же выиграет. Интересно. Ух ты, сальтуху. Я выиграл, что ли? Смотрите, какая есть крутая постройка. О, шар какой-то. Это сфера. Очень гигантская, кстати. Мне кажется, я в конце ролика надо будет бомбой изнутри взорвать. Хорошая идея? Да. Да, хорошая идея. Так, ставим всех по одному новых и старых и средних. Погнали. Три брата акробата. Максим, все нормально? Все четко? Все нормально. Ого, отлетел. Нормально, я тут сижу. Голова пластиковая. Как будто это твое туловище напоминает, покушал. Нормально.
Ого, плитки разлетелись. О, ну зачем я смотрел? Ну зачем? Ногами вниз. Ой, блин, больно как. Пожить, пожить. Блин. Ой, нормально. Ой, красиво. Плеймарк. Опять плеймарк последний. Это было мощно. Как и обещали, мы сейчас эту сферу просто по красоте взорвем. У нас есть специальная бомба, которая очень сильно раскидывает пробы. Вот она. Так, уходим. Улетаем. Улетаем. Если понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Вот это эпично. Мощь. Так, и в конце обязательно нужен вот такой вот взрыв. Конечно. Всем пока. Всем пока. Пока.